Как заработать на евро, расскажу в этом выпуске. Давайте прямо сейчас покажу свои разворотные точки на графике. Начнем с вами с пары евро-доллар. Как мы видим, на евро-долларе устойчивый нисходящий тренд. На таймфрейме H4 лучше видно линию сопротивления и разворотную точку в районе цены 1.0779. Когда цена дойдет до этой линии, здесь можно будет продать и заработать на снижении. Также на таймфрейме H1 видно еще одну линию сопротивления чуть пониже. От нее тоже разворотная точка. В районе цены 1.0717 здесь можно будет продать и заработать на снижение. И, кстати, еще, возможно, вы заметили, здесь есть горизонтальная линия. Это зеркальная линия сопротивления. Она уже себя хорошо отрабатывала. Давайте посмотрим на H1. Когда цена дойдет до нее, здесь можно будет также продать и заработать на снижение. Это в районе цены 1.0766. И обратите внимание, что если цена дойдет в тот момент, когда верхняя нисходящая линия сопротивления соединиться с горизонтальной зеркальной линией сопротивления, то это будет очень хорошая разворотная точка. От нее можно будет продать и заработать на снижение. Это будет хороший сигнал. Как можно заработать еще на евро на этой неделе? Ну, во-первых, подписаться на мой телеграм-канал. В описании к этому видео ссылка на мой YouTube канал. А на нем под любым видео есть ссылка на мой телеграм-канал, где я предупреждаю за полчаса до события всех о важных экономических событиях. На каких экономических новостях можно заработать, мы поговорим чуть позже. А сейчас я расскажу, как заработать на евро. Помимо евро-доллара, есть еще много других валютных пар, в которых также есть евро. Возможно, вы не замечали, но есть еще такие валютные пары, как евро-иена, евро-фунт, евро-новозеландский доллар, евро-австралийский доллар, евро-норвежская крона. В общем, выбор большой. Я сам, когда начинал только торговать, не особо обращал внимание на эти валютные пары. На самом деле, на них стоит обращать внимание. И не только на евро-долларе все сошлось. Поэтому давайте посмотрим, как заработать на других парах. Давайте посмотрим, как заработать на евро с помощью валютной пары евро-японская иена. Как мы видим, она находится в шикарном боковом тренде. И, кстати, если вы торгуете моим торговым роботом, то рекомендую воспользоваться, запускать его в режиме buy-sell именно вот в таких боковых трендах. Поэтому евро-иена в этом вам поможет. Ну, если у вас еще нет моего торгового робота, то пишите мне. На моем канале есть ссылка на мой телеграм. Пишите мне, я расскажу, как его получить бесплатно. Ну, а если вы торгуете самостоятельно, я, кстати, тоже очень люблю в боковых трендах торговать вручную, то здесь мы видим линию сопротивления. Это в районе цены 158.312. Когда цена дойдет до этой линии, можно будет продать и заработать на снижении. Но если цена двинется вниз, здесь ее поджидает хорошая линия поддержки. От нее можно будет купить и заработать на росте. Это пока что в районе цены 157.188. Следующая валютная пара, содержащая в себе евро, это евро-фунт. А вообще по евро-фунту очень устойчивый тренд. Добавлю, если вы торгуете роботом, то используйте режим buy для восходящих трендов. Но если торгуете вручную, то смотрите, здесь вот такая вот есть зеркальная линия поддержки. Когда цена дойдет до этой линии, это в районе цены 0.8659, можно будет здесь купить и заработать на росте. Ну и давайте посмотрим пару евро-новозеландский доллар. Здесь хорошо видно на графике H4, что есть вот такая вот линия поддержки. Она уже зеркальная линия сопротивления. И вообще две линии, еще есть горизонтальная линия. Не скажу, что это прям очень сильные линии. Но если вы ищете точку входа на продажу, то используйте ее вот здесь, в этих разворотных точках. Это в районе цены 1.7875 и 1.7900. Отсюда можно будет продать и заработать на снижение. Полный обзор валютных пар, на которых можно заработать на евро, смотрите у меня на канале по ссылке в описании. Но также напоминаю, что если вы только изучаете, начинаете изучать финансовый рынок, то рекомендую вам пройти базовый курс для начинающих с нуля, который можно, кстати, пройти бесплатно. Поэтому пишите мне в Telegram, я расскажу, как его получить бесплатно. Желаю всем успешной торговой недели, торгуйте с удовольствием. Всем пока!